Ее не видно из-за половника. Она может провалиться в кастрюлю. Ее пугает чеснокодавка. Но все это не мешает ей хозяйничать на кухне. Ведь она самый маленький повар России. Встречайте, Полина Симонова! Посмотри, как тебе все рады. Полина, ты откуда такая красивая приехала, а? Привет. Из дома. Правильно. Я сегодня тоже с утра из дома как вышел, как пошел. Но у меня не было такой красивой одежды, как у тебя. А у меня еще белые туфли. И это вообще моя мечта, белые туфли. А ты мне свои отдашь? Правильно, я тебе тоже свои не дам. Полина. Они еще тебе маловаты. Да 100%, конечно. У тебя еще длинные ноги. Еще. Но скоро... Они скукожатся, да? Полин, а сколько тебе лет? 3 годика. Полин, а что ты любишь делать? Вот что ты обычно делаешь? Меня всегда папа пугает всякими динозаврами и монстрами. Папа тебя монстрами пугает? Да, и динозаврами. Ой. А папа кто по профессии-то? А его зовут Сережа. А кем он работает? Он все уезжает. Постоянно в этом состоянии находится, да? Да. Сегодня уезжает, никак не уедет, да? Да. Мама еще заставляет не уезжать. Он все заезжает. Хорошо. А мама чем занимается? Мама дом сидит? Да, со мной. Мама всегда тоже уходит в зал. Понятно. А скажи, а родители здесь твои? Как зовут маму? Вот мы про Сережу. Настя. И Сережа здесь, тот самый, который да. монстрами пугает? Да. Здравствуйте, Настя и Сережа. Здравствуйте. Настя, ну вы такие милые. Я даже не поверил, что Сережа пугает динозаврами Полину. Для профилактики иногда. А что, она такая властная, да, у вас? Ну, вредная, да. Да ладно, чудо-ребенок, посмотрите. Ой. Как вам кажется, в чем главный талант Полины? Кушать она вкусно готовит. Как? Сама в 3 года? Ну да. Расскажи, Полина, а как ты готовишь? Что это такое? Я вообще не встречал 3-летних девочек, которые готовят. Я пыле готовлю, салат оливье и котлетки. Вот это да! А они приходят уставшие, и ты говоришь, садитесь, родители нерадивые, кушать-то подано вам. Нет. Они все ходят и ходят, ходят и ходят. Я все накладаю, они все съели. А ты опять накладаешь, они опять едят, да? Я все не успеваю. Конечно, тут на таких лбов взрослых не успеваешь, да. Конечно. На маму, на папу, они все съедают. Ну, ужас какой-то. Тебе ни крошечки не остается, да? Нет. Ой, Полинка, ты молодец, конечно. Ты не вздыхай. Да сердце-то болит за тебя, дочка. Вот я и вздыхаю. Я уже большая. Да, конечно, большая. Скоро в университет. Кстати, кем ты станешь в будущем? Поровом. Поровом. Знаменитый. Я открою свой ресторан. 3 года, Полине. 3. И уже 3 блюда в меню. Мне кажется, пришла пора проверить. Пойдем, Полин, на нашу кухню.
Так, заходи. Рассказывай, что мы будем делать, Полин? Сначала огуречек. Так. С какого блюда мы начинаем? С большого. Что мы готовим, я имею в виду? Оливье, наверное, да? Оливье, да. А. Только так, готовим оливье без пальчиков. Вот это нам не надо. Да, это попки огурцов. Да. Че смеяться? Ты, кстати, первый повар, который готовит оливье и не забрасывает каждый второй кусок себе в рот. Да. Посмотрите, как элегантно Полина расположила. А теперь сосиску. Я ее не узнал в гриме. Это сосиска? Колбаса. А, колбаса все-таки. Наоборот, нос. На сначала полосочки. Какие аппетитные у тебя штучки-дрючки. Да. Стрючки-дучки. Что смеяться надо мной? Они не над тобой смеются, они тобой восхищаются. Полин, ты что? Картошка. Картошка, картошка. Так. Как правильно резать картошку? Вот так, да? Колечками. Всех накольну. И себя. О, какая картошечка аппетитная, да? Да. Можешь попробовать. Ты как цари на мне, да, пробуешь? Да. Ну, прощевайте, коли что. А, ты знаешь, хорошая картошечка. Да. Что еще нужно для твоего оливье? Морковка. А, морковка нужна, да? Да. Обязательно. О, молодец. Это я правильно понял, Полина? Это кубики пошли, да? Да. Угу. Геометрия у нас только через 7 лет. Поэтому пока такие кубики у нас. А горошек нужен в оливье? А, конечно. Ну, клади, сколько надо. Ты обычно на глаз отмеряешь, сколько нужно? Да. То есть у тебя нет строгого рецепта, да? Да. А нам нужно яйцо добавить? И теперь нам надо заправить наш салат, да? Да. Чем? Майонезом. Майонезом, так. Давай, побольше, не жалей. Настасница. Я по-сербски не очень, но примерно понял. Перец. Давай, я тебе помогу. Пошел, перец, пошел. Ты скажи, когда остановиться. Остановились. Понял. Спасибо, что сказала. Так. На тебе ложку, мешай. А, вот ты как мешаешь обычно. Вари, вари горшочек. Я всю жизнь неправильно мешал, ты знаешь? Да. Какое у нас будет следующее с тобой блюдо? Что мы будем делать? Яичко взбивать. Фальс. Лепить котлетки. Ты сама умеешь разбивать яйца? Да. Ты смотри, а. Вау. Теперь хлебусик. И что с этим делать теперь? Жмякать. А, жмякать. Я тоже, как ты, обожаю жмякать. Ну, давай ты хорошо размешай булку, а то у нас горбушка из котлет будет торчать. Да. Да. Готово. Готово. Хорошо. Теперь ты пока лепи, а я разогрею. Хорошо? Да. Так. Скажи, тебе нравится, как ты слепил котлетку? Да. Или бывало и лучше? И лучше. И лучше бывало. Но по мне так замечательно. Мы еще пыле готовим. Пюре. Давно я, ты знаешь, Полина... Я умею миксер включать. Миксер умеешь включать? Да. Ну, ты меня поражаешь. Я тебе хочу сказать, я давно не видел таких складных котлеток. Вот у нас есть картошка специально для пюре. Скажи, пожалуйста, что еще нужно для пюре, шеф? Толкушку. Масло. Ну вот она, толкушка. Нет, нет. Может быть, молочка подлить, чтобы полегче толклось? Давай. Так, слушай, ты прям профессионально. Масло будем добавлять в пюре?
Масло, да. Давай, отрезай. Ой, нормально, да. Вот так, во. Еще может быть? Нет. Че, мало так масла? Хватит! Извини. Можно я еще потолку немножко, прежде чем миксером? Это же все в меня полетит, поэтому я... Чтобы вот. Было вкуснее. Вкуснее, да, чтобы было вкуснее. Давай, миксером. Вот это да! Ну все. Пожалуйста, разложите мне и себе картошечку. Да. Для дегустации. Это ты сейчас кому кладешь? Папе своему, Серёзе. Ладно. Всё. Я правильно понимаю, это маме Насте, да? Да. Все. А я-то Маме Насте. Раскатал губу. Это папе. Это маме. Маме. Побольше ей положи. Она в зал-то сходила. Давай ей добавим углеводиков сложных. Так, теперь покажи мне, пожалуйста, какую котлету мы кладем папе Сереже. Вот эту. Поменьше, правильно. Ты выбрала папе Сереже самую маленькую котлетку. А маме? Вот эту, еще одну поменьше. Я так правильно понимаю, что все остальные котлетки пойдут тебе, да? Нет. Нет. Другим. Людям. Да. Кладем с папе Сереже оливьешку? Да. Давай. Давай. Так, вот ему. О! Все, да, хватит ему? Нет. Чего нет? Все. Все. Так, и? И маме. И маме Насте. Ой, какая красота. Готово. Готово. Ну что, я им отнесу? Я сама. А сама пойдешь? Давай. Ты уверена? Да, я уверена. Так. Ну, если уверена... Скажите, Сергей и Настя, как вам? Первый класс. Как всегда. Очень вкусно, доченька, спасибо. Ой, ну я тебе хочу сказать, Полина, такая стряпня, как у тебя, не может остаться невостребованной. Динозавр. А, это он. Он. Точно, да? А ну-ка, динозавр. Давай к нему подойдем, познакомимся. Он идет. Прячемся за кухню. Ой, не бойся, это не настоящий. Не бойся, это не настоящий. Уходи, уходи, динозавр. Я тебе знаешь, что хочу сказать? Полин. Уже смешно, да? Правда? Ну, конечно. На нас смотрит. На нас смотрит, но он добрый. Я тебе более того скажу. А что он рот открыл? А он рот открыл. Он котлету твою хочет. Посмотри. Сейчас, вот ты стой здесь, а я ему котлету твою предложу. Вот он сюда идет. Все, все, все. Динозавр. Иди, иди. Иди. Полина! Все, он ушел. Ушел, все. Выходи, не бойся. Он ушел. Съел? Он съел, съел. Он съел котлету и подобрел сразу. Тебе понравилась котлета? Да, вот он говорит, да. Голосом женщины из третьего ряда. Вот он. Кивает. Понравилась котлета. Смотри, Полина, ему понравилась твоя котлета. Молодец, все, больше не появляйся. Так. Смотри, Полин, можете тебя наградить? Да.
Ты медаль-то хочешь? Да. Я тебе хочу сказать. И рюкзак. И рюкзак обязательно. Медаль в студию. Дорогая Полиночка, вот эта медаль теперь твоя. Также тебе вот эти чудесные цветы и рюкзак. Я тебе хочу сказать, мы тебя обожаем. Обожаем. Полина Симонова лучше всех. Прошу, Полина.